Только выше швеллера нельзя, у нас сейчас под, там миска проходит. Если мы чуть поднимем. В уровень, в тот уровень. Да, да, да. Комсомольцы работали? Да, я комсомоль вчера вот, завод отделом горкома комсомола. Да? Я комсомоль там был. Мы с вами под сокрасами. А чё же вы не живете, как Матвеев? Я рано ушел. У меня дядя мой родной был запорт-отделом обкома партии. Какого? Две. А я был запорт-отделом горкома комсомола. Но когда перестройка началась, я свалил. Причем я увольнялся раза три. А из комсомола... У меня честь. Бывший кис. Вот он бывший. Такой. А мы главным энергетиком объединения Светлана назначили коммунист. Вот когда 90-е годы, все это началось.